Итак, привет, дружище, меня зовут Саша, ты на канале Князь, я надеюсь, ты соскучился, хотя хер там, кому я нужен, ёлки-палки, целый день ерундой страдал, ладно, не суть, каждый день стримлю, все равно, я думаю, мою рожу при желании можно увидеть, но наконец-то сейчас записывается видео, потому я буду весьма благодарен, если ты поддержишь все это дело своим царским лайком, и мы погнали, потому что, в принципе, это не простой роллинг, это какая-то это мета-ирония. Я не знаю как. Короче, просто как бы вам даже объяснить. Я даже не знаю, что я в названии напишу. Ладно, не суть. Нахожусь на аккаунте игрока под ником RidexZoner. 273 тысячи сил и 101 тысяча самоцветов. Находится игрок в гильдии под названием Олимпус. И вы думаете, вот на что я буду тратить самоцветы? Ёлки-палки, если я вам все не заспойлерил в названии, то вы офигеете. Короче, смотрите, просто аккаунтишка, ёлки. Зефирик, Леди Божество. Одно, второе, третье, четвертое, пятое и даже седьмое. И про шестое не будем забывать. Ёлочки-палочки, хороший аккаунт, молодой. Я так понимаю, чисто сильный. Видите, тут герои даже не прокачиваются многие. Но это все не суть. А вот вы смотрите, какого героя не хватает? И какого героя не хватает? Трианта не хватает. И это, ребят, при том, что по сути, по факту, на аккаунте есть все герои. Все герои. Смотри, вот листаешь, все есть. Ну, Трифида нету. Ну, Медузы, как бы, ну, уже их можно за героев не считать. Но, ну, Медузы еще там некоторые ставят в тотемы. Но не суть, короче, просто Трифида и Трианта нет. Ну, так как Трифид у нас не герой. Это, знаешь, это представитель... Блин, не буду шутить по поводу нетрадиционных каких-то... Ладно, а то сейчас ой, жестко банят там. Короче, ну, сами знаете. Он там, он сам по себе, знаете, такой. Трифид это как бы... снова забыл это слово, хотел сейчас сумничать, потому заменю на какое-нибудь другое. Давайте его назовем просто психом-одиночкой, экзорцистом, ну, просто бесполезная единица общества, общества битвы замков. Но не хватает Трианта. Вот реально, есть все герои, не хватает... Ну, Вальтор еще, ладно, но Вальтор-то только за донат. Ну, по факту, да, есть все герои, донатные герои, зефирики, там, Леди Божество, Лис, ребята, есть, понимаешь? Лис, полярный лис есть, но нету Трианта. И, короче, сегодня мы будем на этом аккаунте выбивать Трианта. По факту у нас типа 100 тысяч самов на Трианта, но нет. Но нет, я надеюсь, что мы вообще самоцветы не потратим, потому что здесь огромнейшее количество ништяков, и с этих ништяков должен упасть Триант. Если с них не упадет Триант, то тогда уже непосредственно будем его ролить, и... Ну, это жесть. Вот, что у нас получается, короче... Смотри, отсюда у нас падает Триант. Да, отсюда падает Триант. Три карты. Вы просто представьте, это что за рандом, что есть все герои. О! Выпал Триант. Сука, ну прям неинтересно. Прям в начале видео. Ну просто сумасшедший аккаунт, ребят. Я, видите, Триант сразу выпал. Я даже как бы и не буду... Я все равно видос выложу. Смотрите, донатик, да, есть. Ну, сумасшедший аккаунт, то есть до этого времени не было, грубо говоря, Трианта. Ладно, ну тогда на этом видео будем открывать ништяки, а потом как-нибудь на каком-нибудь стриме мы тогда эти 100 тысяч самоцветов потратим правильно, будем ролить созвездие. Так что, ребятушки, не пропускайте стримы по битве замков, а вообще стримы не пропускайте, ребята. Я рад каждому, кто приходит, вот, но все равно, конечно же, отдельное спасибо тем, кто поддерживает, оформляет спонсорские подписки, донатит. Прям вообще красавчики, но и, конечно же, просто, ёлки-палки-то, не в деньгах счастье, а там ты видишь, что люди зашли, короче, на стрим, лайк поставили, поздоровались, даже если попрощались, то все равно хорошо, это греет душу, вот, в любом случае, огромнейшее спасибо всем, кто поддерживает, и ты можешь после этого видео перейти в сообщество и проголосовать, дружище, за какой стрим сегодня будет. У нас два варианта там в сообществе, голосовалка, да, в сообществе канала. Два варианта. Первый вариант — это провести стрим по Таркову, потому что накопились миссии, и это нужно бегать на новых картах, которых я не знаю.
То есть там бегать в лесу, бегать на заводе, там, короче, будет полное походу рубилово, потеряю много своего лута, как я предполагаю. Короче, потому что нужно проходить миссии, нужно прокачивать торговцев, нужно прокачивать убежище, и вот это вот все, как мы любим. Или не любим. Но просто будет, будет полная порывайка. Вот. И как бы, или мы делаем такой стрим выживания в Таркове, или же мы делаем, как и обычно в субботу, фан-стрим, на котором я, возможно, буду смотреть ТикТок или какие-то другие тупые видео. Вот, и вы можете там попросить, чтобы я глянул через Google Earth прогулку по улицам вашего города. И как бы, короче, переходим, ребят, в сообщество, берем, голосуем, и за что голосов будет больше, то сегодня стримить и буду. А завтра, в воскресенье, уже будет непосредственно, ребятушки, стрим по битве замков. И вот даже не знаю, там, наверное, созвездие проролить, или все-таки отдельный какой-то стримчанский замутить. Не суть. Ну, наверное, отдельное видео на 100 тысяч самоцветов созвездия ролить. Я не знаю, потому что прошлое видео особо просмотров не набрало. Или, может быть, реально видос записать. Надо, короче, надо, ребят, подумать. Но как-то просто в прошлый раз видео получилось на 1.5 часа. Ну, прям это вообще очень долго. А пока что мы тут обмазываемся ништяками. К сожалению, чужими. К сожалению, не нашими ништяками. Вот, но обмазываемся. Но обмазываемся, и у нас все хорошо. Окей, смотрите, еще 22 карты. Ну, ёлки-палки. Ну, Трианта, да. Ну, понимаете, мне как ютуберу хотелось бы, конечно же, чтобы Триант там выпал где-нибудь попозже, а лучше, чтобы мы реально паролили самоцветы. Это был бы сумасшедший выпуск, когда просто на аккаунте есть все герои, самые нужные, имбовые, донатные, но нет Трианта, и мы потом ролили бы самоцветы, и прям шикарнейшее шоу получилось бы. Но, как бы, я тоже, видишь, я не могу, знаешь, взять сейчас, вырезать момент там, где я выбил Трианта, и такой, ну, типа, пошли ролить Трианта. Главное шоу, главное просмотры, главное лайки. Нет, мы, конечно же, так не будем поступать, а порадуемся за хозяина, порадуемся за то, что ему не пришлось впустую сливать самоцветы. Вот. И как бы, ну, потому что у нас бывали такие видосы, да, когда люди хотели впустую сливать самоцветы, или у людей, к примеру, большие проблемы с созвездиями, есть более-менее хорошие герои, но при этом они снова самоцветы тратят там непонятно, короче, на что. Да, и, ребят, не забывайте по ссылочке в описании, поковыряйтесь, там найдете заявочки на роллинг, вы можете там оставить заявку, чтобы я взял и паролил, грубо говоря, у вас на аккаунте, что-нибудь там пооткрывал, там позаписывал, и вот это вот все. Так, и сейчас постараюсь заявки, конечно, обрабатывать, ребят, побыстрее, потому что на канале уже очень долгое время не выходят на постоянной основе видосы. Это грустно, это печально, это и для канала печально, и в финансовом плане печально, потому что что я буду делать в следующем месяце, в конце следующего месяца, непонятно. Вот, не знаю, вот, буду худеть, потому что я сейчас посчитал, у меня 13 лишних килограммов, вот, пока мы просто открываем эти ништяки, я вот с вами просто поговорю о наболевшем. Короче, вот это вот сидячий образ жизни и полное отсутствие занятия спортом. Ну как, то есть, то я занимался, то я не занимался, то ходил в тренажерный зал, то не ходил, то были тренировки, то не было тренировок, и как бы это все грустно, согласитесь. Сейчас недавно снова начал каждый день долбить, вот, ходить в тренажерку. Но без фарма, без химии. Хотя, опять же, мне уже почти 30 лет. И это означает, что как бы каких-то больших высот я не добьюсь. Потому что, ну, как бы организм-то все равно меняется. И чтобы прям хорошо накачаться, красиво выглядеть, нужно уже, знаете, немножечко химии, да, вот пофигачить, чтобы писюн меньше стоял, вот это вот все. Но мы этого делать не будем. Я просто, по сути, для себя хожу в тренажерный зал. Бегаю там, гирьки поднимаю. Ну, чтобы кровушка по телу, по организму гуляла, чтобы чувствовала себя хорошо. Потому что когда у тебя постоянно такой сидячий образ жизни, это тоже очень плохо. Кровь не шевелится, можно геморрой вообще заработать. Я уже молчу про то, что как бы достаточно мало гуляю. Если мне куда-то нужно передвигаться, я сажусь в машину, и у меня бац, бац, и 13 лишних килограмм. То есть по факту у меня рост 194 сантиметра, то есть почти 2 метра, а вес 107 килограмм. Вот, 107 килограмм, а для моего роста, ну, как бы максимально возможный
максимально возможный вес, это 94 килограмма. Ну, это если учесть тот факт, что у тебя обычное телосложение, к примеру, и ты там не какой-то качок. Если у тебя там, конечно, масса вся в мышцах, да, а не в твоем пузе и в твоей заднице, то как бы там может и 110, и 120 килограмм быть, елки-палки. Это без проблем. Вот, но если как бы у тебя эти лишние килограммы, там 107 идут, не знаю, там не в бицуху, а в живот, то как бы это уже грустно. Вот, но так как я себе там супер бицух никогда ничего не накачаю, то по факту получается ситуевина в том, что... кстати, гильдию-то я прорекламировал, надеюсь. Ситуевина получается в том, что как бы это лишний вес. Вот, это не мышечная масса. Вот, так что буду долбить заниматься. Мы продолжаем открывать ништяки. Ёлки-палки, здесь ништяков столько. Тут этот аккаунт можно так раскачать. Прям глаз будет радоваться. Но нет, тут все герои не качаются, допы не качаются. Ну, каждый дрочит, играет как он хочет. Каждый играет как он хочет. То есть, ну... Типа, я, знаете, я за все виды извращенств. Главное, чтобы это никаким образом не нарушало мою свободу выбора тех извращенств, которыми я хочу заниматься. То есть, ну, типа, играешь с чистой силой, играй. Ну, не надо бегать по чатам и кричать: «О, вы там, эти, раздули себе силу, сила дрочеры», или как они там называют их, там, не знаю, как-то там, знаете, вот просто есть такие вот... Вот такие вот направленные немножко ребята, которые вот с ума сходят по этой фигне. Ну, сходишь и сходишь. Ну, сейчас уже это не актуально. Сейчас уже, знаете, я думаю, что те игроки, которые остались в битве замков, они поймали свой какой-то дзен. Они такие начали ко всему более спокойно относиться. Я стал более к многим вещам спокойнее относиться. И многие уже как бы дзен поймали, такие: «Ну, плевать. Типа, чё там, кто, как, я вот фармлю, мне две локации нравятся, я фармлю, играю в свое удовольствие, и у меня, грубо говоря, все хорошо, понимаешь?» Ну, вот и никуда не лезет, ему абсолютно плевать. Но раньше была борьба добра со злом, вот это вот там чистая сила против раздутых аккаунтов, срачи в чате, там, там, «Князь, покажи алтарь». «Ой, да ты сила дрочер, у тебя, зачем тебе эти допы?» Вот, и там бесполезно вообще что-то игрокам объяснять. И, короче, грусть, печаль, тоска. Слушай, я уже с вами тут разговариваю целую кучу времени. И просто я смотрю, как тут на аккаунте появляются ресурсы, которые нужны именно на моем аккаунте. Но это все происходит на чужом аккаунте. Это реально грустно. Это грустно. Что вам еще, друзья, рассказать? Не знаю. Вот, теряю вдохновение. Вот что-то как-то, знаете, вот пытаюсь в себе копаться и не понимаю, почему я сознательно не записывал видосы все это время по битве замков. Да и вообще какие-то даже и другие видосы, не только по битве замков. Вот. Ну, наверное, что-то там уже переключилось внутри меня, ребята. Что-то там переключилось уже. Потому как бы буду продолжать дальше думать. Ух ты, елки-палки, кто-то где-то что-то подписался. Прям вообще молодец. Слушай, ну когда ж вы там эти коробочки-то возьмете, откроетесь? Ребята, ну просто, конечно, интересно посмотреть, сколько там ресурсов накопится. Елочки-палочки. Вот, так, ну что у нас тут? Это, давай, еще 280 коробок. Не, ну это, конечно, классно и весело смотреть, но уже становится скучно. Уже прям, знаешь, появляется злость от того, что это не на моем аккаунте происходит. Вот, а вы пишите в комментариях, что лучше даже место закончилось. Даже место закончилось, понимаешь? Я тут реально, наверное, все... Слушай, ну вот так вот ништяки накоплены, конечно, жестко. То есть ты как бы... Как бы я даже не знаю, что... Это что? Это еще целая куча этих беспонтовых, бесполезных, никому не нужных, обоссанных осколков героев, да. Ну, вообще замечательно. Их тут накопилось больше 100 штук. Да, жесть. Окей. Мы продолжаем. Кстати говоря, я так и не понял, а что там какой-то сбой произошел или ошибка? Почему у нас минус? Вроде же вон тут место еще порядком. Ну давай, открываем. Невозможно открыть. Вы превысили максимальное количество хранимых предметов в одной ячейке. Но это ж не...
А! Да ж ты серьезно? Ты с... А, это типа больше 50 тысяч нельзя, что ли? Да не. Да что, реально ограничение в 50 тысяч стоит? Это вообще законно? Я думал, там их можешь сколько хочешь, камень пламени реально открыть. Это понятно. Да, то есть мы по сути все ништяки открыть не можем. Ну, подожди, ваши подарки, да? Ну, то есть, вот, допустим, одну я... Да! Да, я даже и не знал, ребят, у камней пламени ограничения. Ладно, эту штуку я могу открыть? Окей, я могу. То есть мы сейчас можем все открыть там, где нету камней пламени. Слушай, да. А, подожди-ка, знаешь что? А, что я туплю? Подожди, камни. А, или это где-то было? Там что-то обмен ресурсов, парящий остров, фонтан желаний. Раньше это где-то было. Ты мог взять эти камни, перевести в сундуки, если не ошибаюсь. Но просто я, ребят, не знаю, я с таким не сталкивался. У меня, понимаете, на аккаунте-то эти камни не держатся. Да, он все, он не будет открывать. Ну тогда давай это откроем. Слушай, живут же люди, а? В потолок уперлись. Это что? Это 200, ребята... мешков с девятыми эмблемами. Что ж, сколько ж тут копилось? Чё ж ты не качался-то, а, друг? Это прям жестко. Это прям жестко, ребят. Это прям вообще так, неплохо. Пожестили. Ясно. Идем дальше. Так. Окей. Что у нас тут еще? Сундук. Понятно. Дальше. Это понятно, это неинтересно. Десятки. 20 мешков с десятками. Ёлки-палки. Вот тут что? Ящик Валентина. Вот тут, конечно, тоже. Ну, я не знаю, хороший, нехороший, но... вот эти вот камни тупорылые, да, для улучшения эмблем, они прям вымораживают. Конечно, у кого этих эмблем целая куча, там девяток, они там в десятки переводят, но все равно, мне кажется, в таком количестве эти камни продавать. Да, они даже бесплатно раздаются. То есть, камон, смысл? В чем прикол-то вообще? Для чего оно надо? Ребята, ну серьезно. Эх. Так, дальше. Мифический сундук защиты. Окей. Ну и сумка питомцев. Давайте откроем сумку питомцев, потом прорекламируем гильдию, а я еще с вами о чем-нибудь поговорю. О чем с вами еще поговорить, ребята? Ну, надо еще посмотреть, короче. Вот не знаю, сколько интересно из вас уже бросило играть, но до сих пор меня смотрят. Вот, если есть такие, отпишите в комментариях. Вот, ребят. Буду вам весьма благодарен. Так, это есть все. Слушай, ну ладно, ладненько. Я тут просто как бы... Ёпта, слушай, как же хорошо кому-то живется. Вот, но как бы, если, ну, надо прокачиваться, ресурсы должны, ребят, работать. Ресурсы должны, ребят, работать, а если вы ищете гильдию, то вступайте в гильдию под названием Олимпус, еще свободно 3 места, и вот объявление, ребят, у вас на экранах, вот, так что берем, вступаем, не опаздываем. Если я забыл в начале видео прорекламировать эту гильдию, то потом ее отдельно прорекламирую, там, хозяин АК, напиши мне, если нужна будет реклама, и если я забыл гильдию прорекламировать. Ну, вот такой вот у нас, надеюсь, душевный видосик получился, мы с вами пообщались. Поздравляю хозяина аккаунта с Триантом, подожди, ну давай мы откроем реально Триант, потому что, ну, это реально, есть все, просто, подожди. А, вот, всего, кстати, одного Трианта выбили. А могли и не выбить, сейчас бы тогда ролили самоцвета. Но это реально прикол, я такого как бы не видел. То есть, есть зефирики, есть все, вот, но Трианта нету. Это весело. А прикиньте, был бы проклят аккаунт, то есть, ты как бы там карточки покупаешь, самоцветы ролишь, а Триант не падает. Прикинь,
А ведь это может быть, шанс такой есть. Ладно, не суть. Всем удачи и пока, всем спасибо за лайки и за вашу поддержку в виде спонсорских подписок, просмотров и так далее. Чаушки.